Все поместные православные церкви вслед за русской должны указать Константинополю на то, что его решение по Украине – это катастрофа. Об этом заявил патриарх сербский Ириней. Он отметил, что в Стамбуле учинили нечто, на что не имели права, признали раскольников и даже дали им автокефалию. В РПЦ, в свою очередь, подчеркнули, сделали все, чтобы избежать разрыва со Вселенским патриархатом, о котором было объявлено накануне после заседания Синода в Минске, но такое решение было единственно возможным. Теперь мир оказался в новой церковной реальности, когда у православия больше нет единого координирующего центра. На это обратил внимание руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата. По его словам, Константинополь в качестве такого центра самоликвидировался.